Привет всем, друзья! Вы на канале Айнур Лайф. Я вам хочу показать на этом видео, какие у меня есть обменники. Пять разных обменников. Exchange, касса, Bitmain, Ultramain и самый BestChange. Начну. Exchange. Хороший обменник. Тут прочитайте сами, какие проценты, какие условия. Я зарегистрировался. Тут хороший обменник. Вот. Обменять нужно любую валюту, криптовалюту, рубли, доллары, всякие разные. О, хороший обменник. Exchange. Ссылку оставлю под видео. Зарегистрируйтесь и, пожалуйста, пользуйтесь. Кейс. Касса. Обменник. Тоже хороший обменник. Отдаете, получаете. Будет данных. Я зарегистрировался. Ссылка реферальная оставлю тоже под видео. Вот, сами зарегистрируйтесь, сами прочитайте. Вот. Разные эти кошельки. Много разных. Удобный обменник. Третий обменник. Bitmain. Тоже оставлю ссылку под видео. Зарегистрируйтесь и пользуйтесь, пожалуйста. Вот тут есть то же самое кошельки, Advocash, Player, Xmo, даже есть биржа, биткоины, ноткоины, всякие разные, тоже хороший обменник. Вот. Четвертый обменник — Ultramain, тоже хороший обменник. Если понравится, зарегистрируйтесь, почитайте, проходите везде, что написано, прочитайте, ознакомьтесь. Тоже есть тут Яндекс деньги, биткоин, эфириум, биткоин, всякие разные. Тоже хороший обменник. Обменять можете тоже на карту, виза карту. Проходите. Встретитесь и обменивайте свои финансы криптовалютой. Самый-самый хороший, надежный BestChange. Тоже регистрировался, обменивал. Хорошо работает. И вам тоже предлагаю этот обменник. Пятый у меня в списке был. Теперь он на первом. Почему на последнем? Потому что все хорошие, все лучшие обменники, все лучшие всегда последний обзор делаю. Вот. Это разные обменники, биткоин, биткоины. Тоже оставлю на выбор. Здесь можно выбирать, да, какие финансы, какие деньги переводить, какие биткоины или латкоины переводить. Сами почитайте, сами разберетесь. Я прочитал, узнавал, познакомился с Exchange. Тоже ссылку оставлю под видео. Зарегистрируйтесь и пользуйтесь. Я пользуюсь этими обменниками. Вот, я хотел вам показать и рассказать своих обменников, 5 разных обменников. Вот. Пользуйтесь, пожалуйста, регистрируйтесь и пользуйтесь. Там хорошие обменники. Ну все, пока, всем был. Если вам кому-нибудь интересно заработок, можно и зарабатывать на этих
обменниках, вот, на рефералах, то есть реферальную ссылку в соцсетях раскидывайте у себя, и кто зайдет по вашим ссылкам, кликнет и зарегистрируется, и будет обменивать свои деньги, переводить их, не процент вам капнет. Вот. У всех этих обменников есть рефералка. Проценты сами посчитайте, сами зайдите, почитайте, посмотрите. Таким образом можно и здесь без вложений заработать. Так сказать, на воздухе.